Ну, тогда Костя. Костя же изначально готовился. Но, да. Ну да, изначально, как бы, я в любом случае должен был играть, а где после 2-0, там, в сочетании, я думаю, что Тимур не рассматривает, потому что было в основном даже, ну, не одиночный. Вот, а мы со Славом сидели, с Андреем. То есть, мы вообще, перед этим матчем, мы ни одной даже минуты не сыграли в парном сочетании, вообще ни одной. То есть, мы вышли с листа, чтобы я с Андреем вышел, чтобы со Славом. Может, нам так и нужно готовиться? Следующий вопрос.